Вот тушь с тем же сроком годности. На кисточке явно видно, что тушь есть. Даже немножко надо снять, потому что слишком много мешает. Один слой. Сейчас для сравнения у нас еще одна тушь ухаживающая. Вот ею я сейчас пользуюсь, потому что она укрепляет реснички. Немножко подлечиваю. Кисточка. То есть с одного слоя уже видно, что вот эта вот зелененькая тушь, она больше дает объема. Здесь меньше объема и меньше длины. Ну, второй слой. Так. У меня на этом глазу было. Это кисточка более непривычная, ей тяжело краситься перед камерой и зеркало. Ну и третий слой.